Всем привет, ребят! Ну что, у нас ночной роллинг. Мы на аккаунте Артема. Этот аккаунт ждал целый год, чтобы я поролил. Он давненько уже писал, конечно, на почту. Если у вас есть заявки на роллинг, пишите в телегу, либо в ВК. Ссылки всегда есть под описанием видосов. Пишите туда, там будет это быстрее, нежели на почту рабочую, которую вы видите на канале. Что у нас сегодня? У нас сегодня без донат и 140 тысяч накопленных самоцветов. На аккаунте есть мелкий донат, я не знаю, что он там забирал, но по сути это не донат. 2200, может, скорее всего, забирал либо Battle Pass, либо хватайку когда-то. Ну, то есть это вообще ни о чем. 140к, ну сейчас будем пробовать что-то выбить интересное. Он без гильдии. Вот так вот. Поехали, посмотрим на героев. Что у него есть, чего нету. 73-102. Валентина, Мастер Рун, Фобос. Королева Ос, Командора. Оккультист. Ну, в принципе, герой есть. Сердцеедки нет. Махатма, Дама Холода. Бугимен, Миша. Ну, я не знаю. Фен есть. Космо есть, блин. Что еще надо? Наверное, надо мастер рун. В общем, у нас нету никаких акций сегодня, поэтому поехали. Будем сразу же ролить. Потом посмотрим на аккаунт. Посмотрим на удачу. Не зря ли он копил. Медузка. Да, 140к это вам. Пожалуйста, фобушка. Первый недостающий есть. Так, не знаю ли командора. Будем периодически заглядывать. Так, фобушка есть. Отлично. Командорка тоже недостающая. Плюс 2. Я буду сразу их открывать. Потом не путаться. Плюс 2. Неплохо за 13к. Бигфут. Ниндзя. Так, Рину, ну давай, рандомчик. Мастера рун, блин, я не знаю. У меня только один мастер рун выпал. Это просто какой-то трэш. Настолько его уже порезали. Возможность выбивания. Суккуб. Призрачный. Валентинка, отлично. Купидон, Варлок, нифига себе. Ну, за 50к три недостающих героя. В принципе, результат нормальный. Но учитывая то, что у него есть большинство... Еще, блядь, один череп. Два черепа за 50к, блядь. Я 250 сливню одного не получил. Супер. Супер рандом. Мне это нравится. А что у него сердцеедка есть и не открыто? Странно. Что у него не открывает? Что-то тут не так. Вальки тоже есть, не открывает. А ну-ка, сейчас еще посмотрим. Может, там еще кто-то есть. Мы тут пыжимся, выбиваем. Такс. Королева Оз, Дуэлянт, Мэри Некрос. Ну, по сути, Мастер Рун. Оккультист. Махатма, Дама Холода, Бугимен, Миша. Вообще фигня, героям надо. Фейка. Так, пора походу бежать.
Врейд. Трэш на русском сервере, как обычно. Но этого мастера рун, ну, нереально. Что-то они так порезали эти шансы уже. Суккуб. Рифит. Еще одна командорка, отлично. Повторочки без донатов надо. Фобос сразу же. Что-то одни и те же герои падают. Душ, Бигфут, череп, блядь, третий череп. Да, блядь, просто издевательство. Капитан Дрейк, за 70к три черепа. Фараон. Где эти черепа на английском сервере? Атлант. Дофига что-то Бигфута. Сиенушка. Блин, Бугича надо словить тоже. Просто, блядь, трэш. Третий Фобос. Дракос. Кенди. Афина. Блять, 100к. Просто писец какой-то. Фрэнк. О, еще королева у вас, ну хоть что-то. Блин, ну не знаю. 100к самоцветов копить целый год. Конечно, Фобушка классный герой, но Махатмы до сих пор у нас нету. Бугимен Миша. Махатма Дама Холода. И оккультист. Блин, оккультиста бы сюда. А, блин. Это ж русский сервер, я забыл. Отлично. А чё, интересно, он Мишу не собрал, я даже не знаю. Один герой. Итого 4. 4 или 5. Блять, мастер рун просто не падает. РТшка. Надо нам Бугич. Да, для такого без доната, в принципе, очень даже ничего героя. Сейчас посмотрим еще сборочки. Блять, ну где? Где ты? Сердцеедка, суккуб. А, блядь, ну похерили просто шансы на выпадение легенд. Так говняно падать начало после обновы. Ну, просто трэш какой-то. Малыш Ник. Ледяха, но ледяха, блин, есть.
Да. Хладный призрак. Ледяха, королева ОС. Печально. Все очень печально на русском сервере, как обычно. 140к, блядь, и хладный, говорю, хладный мастер-рун просто тупо не вылетел. Это просто какой-то, блядь, ад. С этим роддомом на русском сервере. Так, а ну интересно, что у него по донатным героям вообще собрано. Мастер-рун 9. Божество 12. Ладный 138. Пар 10. 38 зефир. Такс, ну как обычно, чудеса на аккаунтах бывают, 100, блядь, 40к самоцвета, и ждать еще, блядь, целый год, чтобы дать аккаунт, забрал я некоторые плюшки, но это фигня. Так, ну что, поздравляю, розочка есть, самое интересное сейчас будет вот с этой карты. Дуэлянт, Барт, Мэри, Лис или Божество? Самое интересное, что же нам упадет? Ладненько, идем еще, у нас есть остров. Сейчас в острове посливаем пыльцу. Воу-воу-воу, десятая эмблемка. Три осколка зефира. Восемь осколков лисички, отлично. Ну, сейчас хоть немножко доберем. Так, итого 20 осколков и божества 33. Будет, конечно, смешно, если упадет божество. Так, отлично. Три эмблемки. Блин, жалко, воздушки нету. Ну, сундучки, это, в принципе, тема. Сейчас попробуем что-то с карты вытащить. Такс, зефир. Плюс 8 осколков. Ну, такое себе. Плюс 18 осколков лисицы. Итого у нас недостающая роза. Отлично. Мы еще на акции забежим. Оу, щит. Блин, выпало 30. Еще плюс 200 пыльцы было бы отлично. Так, ну тут у нас что есть? Расходники. Я думаю, что самый лучший вариант на таких аккаунтах, это, конечно же, даже не те расходники, это вот эти вот сундучки. Ну, меняйтесь. Не хотят второй раз меняться.
или поменялись. И плюс 60 сундуков, отлично. Так, ну тут все фигня, фигня маленькая. А, кстати, маленькая помощь еще забираем. Ой, вообще огонь, еще 100 пыльцы. Трэшечок продолжается на аккаунте. Так, с итого отлично. Быстро, быстро здесь все пролетело. Так. Три семерки. Казино, три топора, блин, прям. Так, отлично. С этим мы разобрались. 320к кулаков для бездона. Это хороший подгон. Плюс слизнячки. Сейчас посмотрим, что у него тут делается. А, у него тут есть кого качать. Дофига героев. Такс. Смотрим, что у нас в итоге получилось. О, осколка 58 зефира, ну такое себе, не особо. Зефира нам упало, понятно. Бард это нет. Леди божество 38, лис мастеру, ну честно скажу, хрень, не особо много. Так, 10 монеток у нас есть, сейчас пойдем их сольем сразу же. 76 карт, отлично. Так, не понял. А, все, все правильно. Так, магазин скидок. Камней 15 сменок. В общем, вот такой вот, ребятушки, видосик. Будет еще один видос на этом аккаунте, ждите и увидите, кто интересно ему упал. Мне самому интересно, кто же ему упадет. Это будет, наверное, интересная интрига. И также мы доролим еще 7700. В общем, пишите комменты, ставьте лайки и ждите вторую часть с видосика. Всем удачи, всем пока.